Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Весь мир знает о крушении «Титаника», и многие считают трагедию в Атлантическом океане самой загадочной из морских катастроф. Но это не так. 7 ноября 1941 года затонул советский плавучий госпиталь «Армения». Погибло почти в 5 раз больше людей, чем на «Титанике». Эта трагедия и сегодня окутана тайной. Почему судно с Красным Крестом на борту было атаковано? Что перевозила Армения? Как так случилось, что спаслись всего 8 человек? И почему корабль до сих пор не найден? 7 ноября 1941 года. День знаменитого военного парада на Красной площади. Вся наша страна организовалась в единый боевой лагерь, чтобы осуществить разгром немецких захватчиков. В тот же день на Черном море произошла самая загадочная и трагическая катастрофа советского морского флота. Санитарное судно «Армения» утонуло в нескольких километрах от берега и унесло с собой на дно почти 7 тысяч человек. Но почему об этом почти ничего не известно? Из архива, центрального архива военно-морского флота, было изъято дело, посвященное гибели парохода «Армения». Это тоже не случайно, потому что кому-то очень хотелось, чтобы не помнили об этом, чтобы не говорили и, главное, не знали. Пассажирское судно «Армения» было спущено на воду в ноябре 1928 года. Водоизмещение 6 тысяч тонн. Пароход «Армения» входил в 5 лучших пассажирских судов Черного моря. Такие лайнеры осушали пассажирские рейсы от Батуми до Одессы. С началом войны «Армению» переоборудовали в санитарно-транспортное судно. Рестораны превратили в операционные и перевязочные. Курительный салон в аптеку, в каютах установили дополнительные подвесные койки. При эвакуации Севастополя сделали, казалось бы, невозможное. На судно загрузили 25 госпиталей. И это были не только пациенты, но и врачи, и даже медицинское оборудование. Армения уходила из порта перегруженной. Раненых было очень много. И поток их измерялся тысячами. И вместе с ранеными, естественно, на борт судна «Армения» уходили и опытные медики, люди, полевые хирурги, у которых уже был серьезный опыт таких операций в военных условиях. То есть это была, можно сказать, военно-медицинская элита. Капитан судна Владимир Плаушевский получил приказ идти в Туапсе. А чуть позже ему пришла секретная радиограмма следовать в Ялту. Но прежде необходимо встать на рейде в Балаклаве, чтобы принять таинственный груз. Люди в форме НКВД погрузили какие-то продолговатые ящики на борт. То есть потеряно несколько часов. Что было в этих ящиках, до сих пор никто не знает. Что же грузили сотрудники НКВД на корабль, который стоял на рейде? Вполне убедительно звучит версия о секретных документах. Там грузили на самом деле очень ценные ящики, но в ящиках были не сокровища, в ящиках были документы. В ящиках была вся документация об партизанском движении, о базах партизан, об оставляемой агентуре. Такие документы нельзя было ни уничтожить, ни оставить врагам. А значит, их надо было вывести любой ценой. Другой вопрос, почему командование Красной Армии не сделало этого раньше? Неужели надеялись, что немцы просто не дойдут до Крыма? Другая версия. На Армении могли вывозить культурные ценности. Уникальные картины русских художников, которые демонстрировались в это время в Крыму. Из Ленинграда была доставлена целая коллекция. Выставка была развернута в Алупкинском дворце. Там были уникальные совершенно вещи. И Врубеля, и Айвазовского, и Левитана, и Репина. И все эти картины исчезли бесследно и до сих пор не могут найти. Есть еще одна версия, сугубо военная. На Армении могли перевозить какое-то секретное оружие, которое было способно решить исход войны всего за несколько дней.
Все, что удалось разобрать на части, старались вывести. Но некоторые опытные образцы все-таки достались немцам как трофеи. К сожалению, было брошено и оставлено немцам в Севастополе это вот миниатюрные подводные лодки. К сожалению, их не удалось вывести, не взорвать. Вот они достались немцам. Приняв на борт секретный груз, Армения проследовала по первоначальному маршруту в Ялту. Там уже ждали корабль и считали его спасительным шансом перед неминуемой оккупацией. Все стремились попасть на борт. Никто тогда не подозревал, что Армения выходит в свой последний рейс. Это были последний корабль, который уходил из Ялты, потому что немцы уже находились практически на головах. Они уже находились на Эпетре, и, собственно, судно погибло. Это потому что немцы просто видели, как это судно выходило. То есть наблюдательные посты немецкие, они находились уже буквально вот над Ялтой. Армения вышла в море в 8 утра. Через 2.5 часа немцы атаковали судно с воздуха. Современный по тому времени лайнер, судно со всеми приспособлениями для живучести, продержало всего 4 минуты на плаву. Это просто невероятно. Это значит, что в Армению попала не одна торпеда, а несколько торпед. Только при таком условии она могла вот так вот быстро и скоротечно затонуть. По немногочисленным воспоминаниям очевидцев, Армения взорвалась после попадания торпеды. Этот факт лишь подтверждает, в трюмах перевозили какие-то боеприпасы. Возможно, взорвались те самые таинственные деревянные ящики, которые сотрудники НКВД грузили на рейде в Балаклаве. Значит, потрясающе, буквально корпус разломился. От одной торпеды такого взрыва просто быть не могло. Была явная детонация. Это по воспоминаниям офицеров, морских охотников, которые находились рядом. В том числе такой там был лейтенант Яковлев, который оставил воспоминания. Всего за несколько часов до этого взрыва Армению считали спасительным шансом. Теперь она стала братской могилой для нескольких тысяч человек. Битком набитое судно, люди стояли вплотную, а главное то, что раненые многие не могли даже выбраться из каюты, они уходили под воду на своих койках. И многие же пассажиры набились под палубу, машинное отделение, в технические всякие помещения. Оттуда вообще не было никаких шансов выбраться. Много лет крупнейшая морская катастрофа находилась под грифом «секретно». Никаких следов и зацепок, ни одного официального комментария. И вот с той поры, с 7 ноября 1941 года, дата тоже такая сакральная, торжественная, большевистская, а в Армении забыли, приказали забыть. Кто-то изъял дело о гибели Армении. По имеющимся данным, из 7 тысяч бывших на борту тонущего корабля спаслись всего 8 человек. Кто эти люди? Что с ними стало? Как сложились их судьбы? Неизвестно до сих пор. А ведь со дня гибели Армении прошло более 70 лет. Известного артиста Владимира Винокура вполне можно назвать счастливчиком. Он был среди пассажиров парохода «Адмирал Нахимов». Того самого лайнера, который в августе 1986 года столкнулся с другим судном и затонул. Погибли 423 человека. Ну, российские были концерты на Большом стадионе, и в этих концертах участвовал Лев Лещенко и я. Был конферансье, который объявил на стадионе, что сегодня на Нахимов садятся два известных человека, два друга, Лещенко и Винокур, и идут на Сочи. Винокура спасло то, что Лещенко неожиданно вызвали на какой-то концерт. Я не сел на корабль, хотя у меня там зафрактован был хороший апартамент, то есть каюта люкс, все. И я решил утром с коллективом на морском трамвайчике, мои земляки из Курска там были, пригласили на шашлык вечером, и я согласился. И ночью мы узнали вот про эту трагедию. Так мы несколько дней с Левой были пропавшими без вести. Вернемся к пароходу «Армения». Кроме причин сильнейшего взрыва, долго оставалась неразгаданной еще одна тайна погибшего корабля. Почему немцы атаковали санитарное судно?
На нем четко просматривались красные кресты. И только сегодня специалисты могут дать этому объяснение. Скорее всего, командование Черноморского флота по-своему попыталось защитить Армению. В конечном итоге это и сыграло роковую роль. Ее якобы сопровождало 3 катера и несколько самолетов И-153 для прикрытия воздушного. То есть в таком плане, если она действительно вышла вот так в сопровождении с таким конвоем, то это снимает с нее статус санитарного судна, и немцы имели право, так сказать, вот ее уничтожить. Одни эксперты предполагают, а другие утверждают, Армения была вооружена. Так вот, на всех, повторяю, этих судах типа Армения поставили стандартное вооружение 4,45 миллиметровых пушки и 4 крупнокалиберных пулемета ДШК везде, и в том числе на Армении. Ну и, соответственно, в команду ввели расчеты зенитчиков. Многое можно было бы прояснить, если бы судно удалось поднять со дна Черного моря. Кладоискатели, водолазы, дайверы уже 2 десятилетия ищут Армению. Пока безрезультатно. Обычными средствами поисковыми его нельзя обнаружить. Я считаю, что он находится, корабль, где-то на глубинах от 600 до 800 метров. Как бы из анализа, то есть, опять же, то есть мы искали на глубинах, на которых можно было бы достать там, техническому или даже профессиональному дайверу. То есть это глубины до 200 метров. А на этой глубине мы не нашли. В 2002 году, во время одного из совместных российско-украинских погружений, дайверы ликовали. Им казалось, что они нашли Армению. Эхолот показал, размеры обнаруженного судна совпадали с техническими характеристиками парохода. Потом, когда мы туда нырнули, да, стало понятно. И после нас там ребята туда ныряли. И когда уже нормально идентифицировали судно, нашли название судна, это оказалось не Армения. Дайверы нашли транспортный теплоход «Товарищ», который тоже был потоплен во время Второй мировой войны. Точных же координат Армении нет ни у кого. По тем координатам, которые официально были, как сказать, находились в документах, ее не оказалось, и найти ее там не смогли до сегодняшнего дня. Она якобы находилась, должна бы находиться на расстоянии от берега около там, 40 чем-то километров. Эксперты считают, координаты были либо утеряны, либо специально засекречены. Обычно это должен делать штурман, записывается в вахтенный журнал. Здесь никаких документов, ни очевидцев. Но только летчики могли приблизительно, немецкие, которые потопили, знать, что в этой точке погибла Армения. Но после войны тем исследователям, которые пытались найти этот корабль, даже не после войны, а в 90-е годы, выдавали фальшивые, ложные координаты этого корабля. В мае 2006 года в Крыму работал исследователь океана Роберт Баллард. Именно он в свое время нашел на дне Атлантики обломки знаменитого «Титаника». Однако к поисковым экспедициям американца местные историки и дайверы отнеслись весьма скептически. А у Балларда другие задачи вообще его экспедиции были, то есть которые, в общем-то, ну, мало были связаны именно с поиском Армении и вообще каких-то археологических вещей. Вот, штатный сотрудник ЦРУ, там, его задачи были совершенно понятны. Что он здесь делал? Не исключено, что американцы установили гидрофоны, то есть устройство для обнаружения подводных лодок российских или там даже украинских. Армению впору назвать черноморским кораблем-призраком. Так долго и безуспешно идут его поиски. Но совсем скоро в этой истории, возможно, будет поставлена точка. Теперь это дело техники. Современные возможности поисковых кораблей позволяют досконально изучить предполагаемый район затопления Армении. Единственное, что может помешать поискам, их сумасшедшая стоимость. Тот же Роберт Баллард в 2006 году потратил на поиски погибшего корабля 2,5 миллиона долларов. Сколько будет стоить следующая экспедиция? И даст ли она ответы на загадки Армении? Пока не знаю. И никто не знает.